Привет, дорогие друзья! С вами канал «Деревенская жизнь нашей семьи». Сегодня мы вот сейчас со Светой съездили в магазин, сделали некоторые покупки продуктов, заехали сначала в Монетку, потом в Магнит. Так, что мы купили в Монетке? Первое, что мы купили в Монетке, это мука. Вот. Взяли муки 2 килограмма высшего сорта. Обычно мы берем больше муки, по 10 килограмм там. Но вот решили просто сейчас заехали и сразу взяли 2 килограмма муки. Потом мы взяли сметанный продукт, вот такой вот. Что интересно, он очень хорошо воспринимается желудком, ну, по крайней мере, у меня. Вот натуральную сметану ешь, она так тяжело что-то мне идет, ну, она же жирная очень. А это хоть и 15% жирности, но она у нас заменителем молочного жира. Она вообще у меня лично на ура идет, да вообще она у нас вообще на ура идет. Потом мы купили вот такие вот кубики Галина Бланка. Давно не брали, уже не знаю сколько, больше года не брали такие. Вот решили взять, Света у нас решила взять вот эти вот кубики, добавлять приправу, да чё да у нас. А еще мы взяли сахар. Один такой, другой такой. Сахар у нас по цене 39 рублей. Вот, что этот тоже 39 рублей. Ну и вот прянички взяли так немножко. Прянички вообще у нас они, что тут, сколько они, 350 грамм, стоит 30 рублей. Не знаю, дорого это или дешево, у нас сравнивать не с чем. Вот такие. Ну и еще взяли вот такие вот рожки, макаронные изделия. Будем есть рожки, потому что у нас урожай картошки очень не очень хороший нынче, поэтому наляжем на рожки, рожки да ножки. Вот и будем их есть. Вот это мы купили в Монетке. А теперь то, что мы купили в Магните. Ну, в Магните мы заехали, купили хлеб. Хлеб мы берем не по одной-две булки, а мы берем сразу по 4 или по 5 булок, потому что нас много. Ну, вот взяли 4 булки и один батон взяли. Вот такая вот штука. Потом мы взяли, Светочка у меня взяла лавровый лист обязательно. Перец черный горошек 10 грамм. Ну, бананов взяли. Сколько тут килограмм, да? По штучке детям. По штучке, короче, детям взяли. Вот. Ну и влажные салфеточки. Ну и никак не обойтись без вот этой вот бумаги. Вот такая вот я хорошая бумага. Общей стоимостью у нас ушло на это все. Рублей 600 у нас ушло. Общей стоимостью вот это все. Вот такие вот, друзья, дела. Вернее, вот такие вот дела, друзья. Вот такая вот у нас сегодня покупочка. Ну, это так, экспресс-покупка, так, чтобы быстренько перекусить. Обычно мы берем больше. А тут просто заехали в магазин, быстренько взяли и по пути домой. И все. Ну, все, друзья. Всем пока. Берегите себя, своих близких. До свидания. Всего доброго. До следующих встреч в следующем видео.